Когда-то здесь был Костромской переулок. Когда-то здесь ездили трамваи. Но сейчас этого всего уже нету. Раньше я мог здесь снимать видео. Здесь раньше все было открыто. А теперь тут не поедет ни один трамвай. Но сейчас я вам, возможно, покажу все более подробно. Ну вот, видите, тут все прикопали. Магазины не работают. Все опустошено, линий больше нету. Магазин не работает. Все превратилось в какой-то город-призрак. Состояние трамвайных путей и контактной сети оставляет желать только худшего. Здесь теперь не ездят трамваи. Я помню, как недавно ждал их тут. А теперь Костромской переулок никогда больше не будет трамвай.